плавательный сезон 2024 года открыт 19 мая в День Пионерии. Обычная пропаганда здорового образа жизни в открытой воде на озере, а также просто лесной фитнес. Господа, друзья, товарищи, братья, пенсионеры, утренний ежедневный заплыв укрепит ваше здоровье, углубит его и расширит. Плавание очень полезно для вашего здоровья, особенно военным пенсионерам. Не стесняйся, заставь себя вести здоровый образ жизни, смотри, как это делают твои братья, бери пример, и счастье обязательно настигнет тебя. Без пяти минут прадед. Чего и вам желаю. Крепкого, хорошего здоровья, высокой работоспособности и хорошего настроения. Господа, друзья, братья, товарищи, ведите здоровый образ жизни, двигайтесь, ходите, плавайте, ходите пешком, на лыжах, и будет у вас крепкое здоровье, хорошее настроение и счастье, но обязательно настигнет вас, и никуда вам от этого не деться. Крепко обнимаю, как всегда, юный, бодрый дед за 65 лет. Без пяти минут прадед. Удачи вам и хорошего настроения. Крепко обнимаю. Будьте все здоровы!